прививаться ли от коронавируса тем, кто переболел, даже в тяжелой форме? Правда ли, что вместе с вакцинацией вживляют электронный чип, а после введения препарата люди начинают притягивать железо? Кому необходима повторная вакцинация? И как уберечь от опасной инфекции беременных женщин? Ответы на самые волнующие вопросы о COVID-19 завтра, 16 июля, в 10 часов по чебоксарскому времени. На прямой связи с жителями республики заместитель председателя правительства Алла Салаева, министр здравоохранения Владимир Степанов, главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова. Самая актуальная и оперативная информация из первых уст. Остановим ковид вместе. Телефон прямого эфира 56 51 05.